Сергей Ковалев – это длинная история успеха. Пока Сергей превратился вот сейчас в суперзвезду, у которого сейчас в Америке тьма поклонников, фанатов. Прошло, в общем, много времени, и огромное количество труда было положено им и его менеджером Эггисом Климасом. Это Седрик Эгни. Тоже не проиграл ни единого боя пока что. Сергей из славного города Копейска, Челябинской области. Эгню из Чикаго. Он один из 9 детей. Сколько у него сестер, честно говоря, не осведомлен. Должен вам сказать, друзья, что в Америке сейчас очень неважная погода, и сигнал постоянно срывается. К чести Седрика Агню, он сам напросился на этот бой. Но Сергею нужно, прежде чем, может быть, в тактике избегания обострения и есть какой-то нанести разящий удар, надо, в общем, остановить, упереться. Всячески показывает, что раскрыть его соперником, который ниже их класса. Ну, совсем какой-то новичок. Так, немножко вразвивается, либо не... Либо Сергей сам его раскрутит. Да, трудно будет его тянуть бой со стороны раньше срока. Устанет ли он? Но пока что пошла бомбардировка. Нет, Сергей не метил. Седрик просто отбил. Действует. Ковалев задерживается возле противника. Да. Ну вот что такое нокаутер. Одно чистое попадание. Ну и как? Дэвид Джексон, тренер Сергея, недоволен. Недоволен, потому что пару раз Сергей проморгал ответные атаки противника. И пусть далеко не панчер этот самый Агнио, но не надо забывать, это большие парни, 1,80 м. Если вы обратили внимание, какой был. Да, надо отдать долг. Да, вот тут вот немножко опрометчиво бросился Агнио. Отпустил Ковалев его. Прежде всего думает об осторожности. Придется выдергивать противника на себя. Да. Так что в атаке, видите, в общем, бой по-прежнему идет в среднем темпе. Помним, были абсолютно деморализованы. Противника. Характер бой приобретает. Немножко опасно головой пошел сейчас Агни. Ударов Сергея Ковалева приходится по защите. Да, трудно, конечно, стоять против боксера, который ставит... ...ту консервную банку, как когда-то говорил Таращи, бить по нижнему. Это во-первых. Во-вторых, человек, который выстоял против... Дальше кончится все. Проскочил.
И снова слева удар. Я думаю, что это очень правильная манера начинать с нижнего этажа. Сергей. Вот неожиданность. Боец, который дает, то, в общем, может записывать себе это в актив. Очень зрелищный, но каждый воюет как умеет. Видите, стоит только чисто попасть хотя бы раз. Вот с этого бы надо было и начинать еще и в предыдущем раунде. Ну что? Для панчера главная задача просто попасть. Что Ковалев сейчас и сделал. Он подтвердил свою репутацию разрушителя, которым его наградили в Америке. И, наверное, еще не было у него такого противника, как Седрик Эгли. Такого осторожного, стойкого, хитрого. И у которого действительно было очень мало шансов на победу в этом бою. В общем-то, надо сказать, что Агнев, да и Натан Клеверли, и кто там еще был у Ковалева, это были просто ступеньки. Есть 2-3 имени, не хочу сейчас их называть. Вы, кто любит бокс, сами знаете этих бойцов, с которыми предстоит на ринг выйти Сергею Ковалеву для того, чтобы стать абсолютным чемпионом в этой весовой категории. И там будет непросто. Там оппозиция будет весьма серьезная. И мы с нетерпением будем ждать этого момента. Видите, как относится к Сергею там. Публика его любит, потому что он дает им то, ради чего они пришли в этот зал. Интригу, драму. В общем, все здорово. Ну, а Седрика Агню не к чему прикать. Он сделал все, что мог. Итак, седьмой раунд. Победа нокаутом. И все еще чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации. Россиянин Сергей Ковалев.